Погода в очередной раз удивляет жителей республики. Не успели мы привыкнуть к наступившим холодам, как она преподносит очередной сюрприз – потепление. Что ждать Чебоксарам в ближайшие дни, мы спросили синоптиков. Только жители Чувашии достали зимние вещи, как в республику пришло потепление. Но любителям покататься на санках не стоит переживать. Плюсовая температура, по данным гидрометцентра, продержится недолго. На ближайшие 3 дня, то есть до субботы, у нас ожидается еще повышение температуры. То есть будет облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. А ветер, в принципе, юго-западный, с небольшой скоростью, всего 5-10 метров в секунду. Но температура воздуха и ночью, и днем ожидается от 0 до плюс 5. А по югу республики, возможно, и до плюс 7. Градусов. Наша территория оказалась в тылу теплого антициклона, основная часть которого стоит намного восточнее нас, но мы вот в самом его теплом секторе. И еще по северу европейской территории республики медленно продвигается обширный циклон, тоже с теплыми фронтами. Самым обсуждаемым в сети был и остается вопрос, растает ли снег. Синоптики прогнозируют, что на севере республики он уплотнится, осядет, но не растает. А вот на юге дела обстоят. Стоят иначе, там снега не будет. Пока по предварительному прогнозу начнет постепенно холодать, это с 1 ноября. 1 ноября мы ожидаем по высотам заток холодного воздуха, и у нас уже медленно, но уверенно температура начнет понижаться. И на следующей неделе, я думаю, уже никаких плюсов не будет, а будет все-таки же стабильный небольшой минус. Еще одна хорошая новость. Такого аномального поведения погоды, как 10 назад, больше не ожидается. По крайней мере, по мнению синоптиков. Юлия Важенина, Республика.